Если с позволением. Это тоже я раньше. Такие, ну, как-то зарисовки, наброски, даже не знаю, как сказать. Тоже очень красиво. Безусловно. Надо было взять и выткать вот по ним, даже без такого фигуратива. Ну, вот есть автор, можете посоветовать. Я автор знаю очень да. Давно. Сейчас пойду советовать. Мне посоветовать. Конечно. Да, это уже благодарю.